Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Нила2М. Это скам. Тут пришла обнова в скам, очень интересная. Добавили новую взрывчатку, где ее брать, конечно, интересненько. Хочется вот тоже про скам разные гайдецкие такие поснимать, и может быть кому-то понравится, но я не уверен. Я не понял, за какую взрывчатку говорили. Это детонатор, самодельная взрывчатка какая-то. Добавили, что можно гранаты крепить забором и взрывать. Это тоже очень интересно, тоже потестим. Давайте, вот я не понял, может кто-то мне подскажет, что за самодельная взрывчатка. То, что добавили такую взрывчатку сейчас, где она? Вот такая вот самодельная взрывчаточка, ТНТ. Ну, динамит, то есть. 1 килограмм, видим. Вот такая взрывчатка. И вот эта малышка ломает заборы просто на раз-два. Сейчас мы потестим. Так, 5-метровый забор, раз. Так, 275 хпшечки. Можно теперь установить на забор. Но это, я думаю, временно, потому что там писали, что типа скотч нужен. Это бах. Это бах, я так чувствую. Ну, видимо, он какую-то в щель там ставил, типа как реализм. Так, а что это за иней? Алло, мы сейчас иней уберем. Совсем другое дело. Прикрепляем динамит к забору. Любой инструмент. Поджога, это веретено там. Спички. Подойдет все. Поджигаем. Fire на go. Видим, что на изи деревянный забор просто исчез в секунду. 275 хп. Уровень сложности 2. 5-метровый. Подождите, а есть разница с какой стороны? Давайте теперь с обратной. Получается, я забор не в ту сторону установил. Давайте теперь с этой стороны попробуем. Устанавливаем. Поджигаем и убегаем. Так, второй уровень забор. Крепим динамитик. Поджигаем. Бежим. Думаю, тут нормально будет. Бадабум. Смотрим. Ни хрена себе. 139 хп осталось. Вот это мощь. Вот это мощь. А ну давай мы так попробуем его довзорвать. Опа! Ну, вообще нет эффекта получается. 128. Третий уровень забора. 5 метров. Это железный забор. Это когда-то был топовый забор, пока не ввели железобетон. Видим, что снимает очень хорошо. Две шашечки. Сейчас вторую шашечку ставим. Лучше все взрывы и все разрушения происходили только в игре. Потому что что творится сейчас в мире, это просто не передать. Кирпичный забор. И 5-й уровень это... железобетон. Видим 1900 хп у него. И что же будет, интересно. Я думаю, еще поправят эти шашечки. И что мы видим? То бишь, одна шашечка сняла 679 хп. Нужно 3 шашечки, и забор упадет. Давайте вторую шашечку. Ставим, убегаем. Также, ребятушки, теперь можно крепить гранаты. Ну, там написано при помощи скотча, но вот, видимо, она так крепится. Очень интересно. 587 хп. Срываем чеку и убегаем. Видим, очень быстренько рвануло. Сколько было? 587, да, вроде бы?
358. Итого одна граната сняла 229 хп. Четвертый уровень, да? Берем С4. Ой, ё-моё. Чё-то я очень близко стал. Меня С4 убило. Видим, ничего себе. С4 сносит практически как две шашечки. Получается, С4 снесла 1125. Теперь самый крутой забор. Это железо, кирпича, бетон. Давай мы подожжем. Давайте мы зайдем за ту сторону. Нам же ничего не будет. Видим, 679 снесла динамитная шашечка. Если брать С4, то как бы очень даже сильно. Вот две шашечки, и это С4, считайте. Две шашечки динамита. Интересно, где они будут спауниться, эти ТНТшки? Видим, что сносит С4 ТНТшки. Бетонный забор, железобетонный забор. Короче, если тебе было интересно видео, подписывайся на канал, ставь лайки. С тобой был твой друг Розе. Пускай взрывы только будут в играх, а не в реале. Всем до новых встреч.